сколько за отделение, за стандартное отделение певица, ну, скажем так, максимум, сколько она может спеть песен? 5 песен может за отделение спеть? Да, конечно. А 10? Может. То есть, в принципе, чем больше певицы, тем лучше. Чем, да, конечно. Ну, я от певицы-то больше ничего не ожидал. Другого ответа. Касаемо вот оркестра именно, в котором я пою, Кирилл всегда строит программу так, чтобы было возможность инструментально что-то сыграть. В общем, показать все, что умеем. Сколько у вас в оркестре певиц? Одна? Я только, да. Потому что я помню Геннадия Львовича Гольдштейна, которую ты какое-то время пела. Да. Там было несколько певиц. И еще были певицы с какими-то иностранными именами. Вот я немножко тут запутался. Может быть, я даже, кстати, тебя с кем-то и перепутал тогда. Очень возможно. Ты можешь возможно. Немножко разъяснить ситуацию по поводу себя, ну и по поводу там партнеров по сцене? Да. Мое кодовое имя Франческо Ди Роза. Геннадий Львович видел во мне итальянку, видимо. Но, тем не менее, оно прижилось. Я у некоторых музыкантов даже в телефонной книжке записана, как Франческо. Франческо Ди Роза, ты где-нибудь использовала еще это имя? Нет, нигде не использовала. Только там, да? Да. Это было чисто вот Геннадий Львович. Геннадий Львович Гольдштейн – великий педагог. Он очень многому меня научил. Самое главное – это чувство стиля. Я помню, что я начинала петь, и все время я в свое исполнение какого-то простого стандарта добавляла, ну, как он называл, каких-то украшений. И он мне говорил: что ты мне даешь какую-то аббу? Самая его гениальнейшая фраза, на мой взгляд, просто спеть очень сложно. И пока это до меня дошло, а сказано это мне было в 16 лет, я даже думаю, что я и сейчас не до конца еще поняла, но, по крайней мере, суть я уловила. Это правда, спеть просто очень сложно. Так, чтобы это осталось надолго, твое исполнение. Лет, просидев 5 часов с Геннадием Львовичем, пев с ним всякие упражнения, стандарты, какие-то напутствия он мне давал, я приходила к маме, и дальше целый час я с ней разговаривала. Мне было сказано: вот сухо, но сыро, воздушнее пой, там, и так далее. Я говорю: что имеется в виду? И мама, значит, пропев уже какое-то количество времени с Геннадием Львовичем, она мне говорит: это значит рот открывать так, здесь значит гортань опустить так, чтобы это было вот так, и так далее. Поэтому есть... мама была в роли переводчика. Мама в роли переводчика. В зависимости от времени суток, голос твой меняется или не меняется? Да, конечно, меняется. Утром он более низкий, пока не распетый, а к вечеру уже... Ну, поэтому все, собственно, вокальные работы, они начинаются там с 5, 6, 7 вечера. Ну, а если все-таки с утра надо петь, ты пытаешься напрягаться или все-таки говоришь музыкантам на полтона, на тон пониже играть? Нет, я пою всегда в одних и тех же тональностях. Как ты в жизни видишь свое будущее вообще? Куда тебя больше тянет чисто творчески? Театр, мюзикл или, скажем, там музыка? Или ты хочешь собрать свой состав, сделать свой мюзикл, написать? Почему нет? Собственно, российские же мюзиклы есть, да? Нет, нет? Российских Может мюзиклов... Может быть, написать просто российский мюзикл, кому-то заплатить деньги? Вот что вообще, как ты видишь свое будущее? Вот в чем, где, как? Как я вижу свое будущее? Будущее туман. Не знаю, я не могу сказать. Я знаю, что я очень люблю то, что я делаю. Любая творческая какая-то деятельность, даже запись в студии, все равно она приносит мне очень много удовольствия. Ровно как и там, как и запись с музыкантами в какую-то песню, так и, например, озвучивание мультиков. Очень, мне нравится очень все, не могу сказать.
А в смысле карьеры, ты не планируешь, например, в Москву переехать, например, или в Нью-Йорк, или в Европу куда-нибудь? Или вот ты все-таки планируешь остаться в Питере и как-то так? Ну, на сегодняшний день я понимаю, что это все может меняться постоянно, в таком возрасте особенно. Посетив Нью-Йорк вот эти две недели, я могу сказать, что зерно посажено. Про регистр своего голоса. Что ты можешь сказать? Ты предпочитаешь больше внизу петь или все-таки наверху, скажем так, своего регистра? Предпочитаю петь там, где у меня получается. В контексте конкретной песни. Не знаю. Это может быть и наверху, и внизу. Это все равно это какое-то изучение своего инструмента. Поэтому мне интересно и там петь. Просто это разные стили могут быть, разные жанры. Но во всех регистрах. У меня вообще высокий голос. Колоратурная сопрано. Ну, а были моменты какие-то, когда надо было взять какую-то ноту внизу или вверху, и что-то она не бралась? Да, внизу скорее. А что ты делаешь в этих случаях? Опускаю гортань, не получается более трубный звук. Завтра, к сожалению, уезжаю уже днем. Я буду плакать, мне кажется, дома и в самолете уже здесь. Ни один город на меня не произвел столько впечатлений, сколько Нью-Йорк. В общем, идешь и радуешься просто. Куда бы ты ни пошел, везде какое-то счастье. Люди очень доброжелательные. Если ты вдруг где-то запнулся и стоишь с картой и не понимаешь, куда идти, к тебе подойдут 5 человек, тебе скажут, куда идти. Я такого не встречала нигде.